ребенка поддержка родителей играет важную роль. Для каждого мальчишки папа – это пример сильного, мужественного и спортивного человека. Юные футболисты готовятся к началу турнира, ну а рядом верная опора и поддержка, надежное плечо родного папы. День отца в поселке Лунёво отметили семейным спортивным праздником «Я плюс батя». Родители – это самые важные люди в жизни ребенка. Они и друзья, и наставники, и помощники. Они пример для ребенка. И сегодня мы очень рады, что такое большое количество команд у нас семейных собралось. Пришли папы, дети, мамы как болельщицы. То есть семья собралась вместе по-спортивному, весело отпраздновать этот добрый праздник. За право считаться самой спортивной семьей боролась 31 команда. В каждой два участника – папа и юный футболист. Команды были разделены на группы по возрасту участников. Каждый тайм длился около 2 минут. Сначала играли на выбывание, потом боролись за призовые места, но проигравших не было. Ведь главная награда – время, проведенное с папой. Не надо обижаться, что ты проиграл, плакать, но ты участвуешь, это тоже круто. Лев Митяев занимается футболом 3-й год. Играет за команду Лунёво. Рассказывает, что любовь к спорту привил отец Павел, который уже участвовал в подобных турнирах вместе с сыном. Все эти соревнования, которые проводятся в поселке, это семейные соревнования. Как бы надо показывать пример ребенку. Мне самому интересно, ему интересно. Опять же, здоровый образ жизни, да, Лев? А в этой команде играют дочка с папой. Нигора Латифова говорит, что готовилась к турниру по мини-футболу все лето. Играла во дворе с мальчишками. Прошлый год играл мой брат, а сейчас он уже взрослый, ему 14 лет, поэтому взяли меня в футбол с папой. Я умею там давать пасы, играть хорошо. Ждем только победы. И все не зря. Заветная мечта Нигоры сбылась. Вместе с папой они завоевали бронзовую медаль. Кстати, семья Митяевых тоже в числе победителей. У них золото. Такие семейные турниры по мини-футболу и другим видам спорта давно стали доброй традицией в поселке Лунёво. Юлиана Мазырина, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.